В Красноярске состоялась церемония награждения призеров и победителей первых европейских игр, которые проходили в Баку. В составе российской сборной выступили 9 спортсменов из нашего края. Четверо из них с триумфом одержали победы и завоевали 11 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовые медали. Это пловцы Арина Апенышева и Даниил Антипов, баскетболист Александр Павлов и борец Виктор Лебедев. Благодарности, а также премии чемпионам вручил губернатор Виктор Толоконский. Спортсменам и их тренерам полагается денежное поощрение за каждую из медалей. 80 тысяч рублей за золото, 70 тысяч за серебро и 60 за бронзу. Также глава региона пообещал поддержку правительства при подготовке спортсменам уже к Олимпийским играм. Мы в самое ближайшее время сформируем такую программу содействия подготовки кандидатов на Олимпиаду, и будем сопровождать, и будем там создавать дополнительные условия, и дополнительное будет финансирование, чтобы это была и мотивация, и это была возможность участвовать во всех необходимых соревнованиях и сборах, чтобы было самое качественное медицинское сопровождение. Всего в первых европейских играх в Баку участвовали 350 спортсменов от нашей страны. Это почти самая большая делегация. Наша сборная заняла первое место. Она завоевала в общей сложности 79 золотых медалей. Это на 58 медалей больше, чем у Азербайджана, занявшего второе место на соревнованиях. Сами участники игр говорят, после такого триумфа времени на отдых у них будет мало. Сейчас начнут готовиться к предстоящей Олимпиаде в Бразилии. Европейские же игры во многом помогли провести тщательную работу над ошибками. Самое сложное у нас было с эстонцами, когда мы могли вылететь, проигрывали 5 очков, но смогли выиграть эту игру. И после нее как бы и в команду сплотилась, и стало легче уже играть. Соперники были очень мотивированы хорошо, потому что все-таки первые европейские игры, но удалось за счет, наверное, подготовки в основном, то, что тренировались в душном зале и привыкли, на самом деле, к жаре, я думаю, это способствовало.